Я так жена внучку, так внучке на 3 года, она берет телефон, Саша, Саша, а у Саши кнопочный, и она пальцем проводит. А вот так удобно, вот на них сделали же вот так, два раза вот нажал, два раза щелкнул, он погас. Я уже привык к этому, я нажимаю. Больше сколько будет? Да ты сама повернись. Слушай, какой большой, это сколько у тебя симок-то? А я вас в кино снимаю. Это ты Ване помахала это, наверное. Вы очень широко, наверное, да? А все равно помещаетесь, я же на видео снимаю. Вы можете комментарии. Комментарии говорить, кто что видел, кто что слышал. Вы кому что понравилось. Можно ходить, да? Можно двигаться. Пойдемте. А мы как делим, выстраиваем. Не, давайте к воде-то сходим, я-то еще там не был. Вниз? В воде. Сходи, посмотри. Сиуми запретили ввозить в Россию. Их заставили открыть представительство в Москве. И аргументируют тем, что они официально открыли представительство, ввоз в Россию, их электроники запрещен. Планшеты многие запретили для ввоза в Россию. Это из-за санкций, наверное? Нет. Это наши политики решили. Налоги надо да. Они же хотели бы идеи обложения да. всех пересылок международных. Да, хотели ведь обложиться с налогами. Да, много. И халява закроется. А вот сейчас... Екатеринбургская таможня, там же товары по месяцу лежат. Самая грустная таможня. Мне сколько приходилось с Хельсинки, с Эстонии, с Латвии, то есть вот оттуда с Прибалтики.